Здравствуйте, вот в видеообзоре покажу вам шоурум смарт-квартира Евродвушка, который представляет застройщик Северная компания в жилом комплексе Северный. Смотрим. Вот смотрите, сейчас мы находимся в коридоре. В коридоре. Слева или справа, в зависимости от того, какая у вас планировка, находится ниша под шкаф-купе, достаточно глубокая. Ну, соответственно, справа или слева будет у вас санузел. Вот смотрите, данный санузел, он почти 4 квадратных метра. Смотрите, то есть, потому что в жилом комплексе Северный, в пятую очередь, есть подобные квартиры. И если вы решили купить себе такую квартиру, вот так можно сделать ремонт. Ну или вам будет понятно сразу, как расставить мебель, надо вам покупать или не надо. Но я думаю, смотрите, все хватает, все размещается, и место есть под ванну хорошую, умывальник, унитаз и место под стиральную машину. То есть это у нас санузел. Санузел у нас получается достаточно богатый, достаточно вместительный. Идем дальше. Так, дальше у нас комната. Ее спальней нельзя назвать. Это полноценная комната, как бы ее можно использовать как спальню, но плюс использовать площади разные. В данный момент тут как бы есть дверь, но вы у себя, соответственно, можете делать, можете не делать. Все-таки это однокомнатная квартира. Вот смотрите, достаточно тоже широкий проем справа налево. Да, смотрите. Сейчас я еще раз повторюсь, нахожусь в третью очередь жилой комплекс Северный. Подобный дом сейчас строится Северный, пятую очередь. Смотрите, какая толщина стены, дом кирпичный. Вот так вот можно сделать ремонт и расставить мебель в своей комнате. Достаточно все богато, не узко, место подо все. Также ниша под шкаф-купе, тоже очень удобно. Северная компания в этом плане молодцы. Дизайнеры поработали, возможно, сделали какую-то работу вместо других. Когда вы будете планировать ремонт в своей квартире, можно уже как бы не обращаться к дизайнерам другим, вот здесь вот позаимствовать какие-то идеи. Так, ну идем с вами в кухню-гостиную. Так, вот смотрите, захожу, тут тоже стоит дверь. Закрываем. Ширина этой квартиры 3,6, то есть она достаточно квадратная. 17 квадратных метров, но она такая вот квадратненькая. Кухня, смотрите, столешница такая немаленькая. Всякие шкафчики, котел аккуратно спрятан. Индивидуальное отопление в третьем доме и в пятом доме жилого комплекса Северный. Тут дизайнеры вот зонировали зону. Это зона готовки, скажем так, и зона принятия пищи. Это, соответственно, полноценная гостиная. Тут у вас диван. Опять же, как хотите, ставьте мебель. Но тут место есть вот подо все. Как еще одна комната. Да, вот как вот сейчас вот любят смарт-планировка Евродвушка. Северная компания. И выходим на лоджию. Лоджия утепленная, тут тепло. Опять же, в нишу, видите, дизайнеры поставили шкафчик очень удобный. Вещей много, хранить их много. Но опять же, смотрите, какой большой подоконник. Широкий. Вот такая вот красота. 42 квадратных метра. Такая вот красота. Так что если есть желание купить квартиры в жилом комплексе Северный, пятую очередь, вот смотрите, вот в такую конфетку можно превратить квартиру, которую вы хотите купить. Ну, соответственно, под свой вкус можно поставить. Но главное, есть площадь, где свою фантазию можно реализовать. Вот тут один из вариантов реализации фантазии. Достаточно, на мой взгляд,
привлекательнее. Такая вот, еще раз покажу вам кухню. Классно. На этом видеообзор заканчиваю. Квартира 42 квадрата, смарт, большая кухня-гостиная, нормальные комнаты. Подобные квартиры, подобная планировка продаются в жилом комплексе «Северный», 5-я очередь. Будет нужна вам информация по ценным планировкам или захотите прийти на стройку, сами посмотреть эти квартиры. Ну и зайти, соответственно, полюбоваться вот этим шоу-румом. Звоните мне по телефону 8-910-973-33. Также пишите Viber, WhatsApp. Зовут меня Телков Сергей Валерьевич. Внизу ролика оставлю, как всегда, ссылку на сайт с ценными планировками жилого комплекса «Северный». В принципе, все. Ролик заканчиваю. Квартира классная. Я думаю, что я...